Участок Болдовых Татьяны Алексеевны и Вячеслава Михайловича расположен на склоне. Весь участок представляет собой лабиринты подпорных стенок, извилистых дорожек и уединенных площадок. Дом же получился как бы врезанным в склон. С одной стороны два этажа, а с другой стороны один. Сегодня секретами создания сада на участке с пересеченным рельефом с нами поделятся хозяева Болдовы Вячеслав Михайлович и Татьяна Алексеевна. Скажите, пожалуйста, вот вам случайно достался такой участок, неровный, холмистый, или вы осознанно его выбрали? Я выбрал его осознанно, потому что эта улица, начиная с первого дома, вот вся отчетная сторона, я в совхозе дома строил, первый, второй дом строил, и вот этот участок мне приглянулся, и я решил здесь сам оформить этот участок и строить здесь дом. У меня и задумка была такая, что в двух уровнях дом сделать. А на таком склоне как бы удобнее сделать второй этаж и первый, чтобы был выход в сад. А второй этаж как бы был на улицу. Вот поэтому мне дом понравился, и я решил так делать. Сам проектировал, сам строил. Так что вот участок этот лично я выбирал, никто мне его не предлагал. Ну, под застройку дома планировка нужна все равно хоть как. Все, значит, ну что, срезали сначала, значит, экскаватором плодоносный слой земли убирали в сторону, до глины доходили, значит, ну что-то. Дальше, как все строители, разбивку дома, значит, копать фундаменты. Но вот на склоне закладывать фундамент сложнее, чем на прямом участке, потому что вот если склон большой, то фундамент нужно закладывать уступами. Уступы. Ну, там свои, конечно, секреты строительные, это очень долго рассказывать, значит, строители знают, как это делается. Сложности строительства на участке еще нужно хорошо сделать водоотвод от дома. Значит, вот у меня вокруг дома практически сделан подземный да, водосток из пластиковых труб. Вот колодцы, тут вот там колодец, вот, значит, соединяется все, и сюда вот в бассейн сбрасывается. Вся сточная вода. А воды бывает очень много, когда особенно большие дожди, так тут практически бочки нет самой. Не справляются, чтобы дом не подмывало. Да. Ливнесток обязательно должен быть. И вода всегда ливнесток. Для полива. Вот она в бассейне, всегда вода для полива есть. Проектирование и строительство дома на участке со сложным рельефом – это лучше доверить специалистам. А вот разбивку сада на склоне вы можете взять в свои руки. Но есть нюансы. Придется учитывать особенности рельефа. Пересеченный рельеф участка, его характерные перепады можно подчеркнуть. Делаются террасы, подпорные стенки, ступени, обеспечивающие спуск с одного террасного уступа на другой. Создание сада на склоне позволяет дать волю фантазии, и при грамотном подходе сад будет смотреться значительно выигрышнее и привлекательнее. Прямо посередине участка проходит глубокий овраг. Можно было загнать бульдозер и все это заровнять. Но хозяева решили иначе и превратили овраг в уютное место для отдыха. На дно уложили плитку, а стенки оформили в виде альпийской горки. Вячеслав Михайлович, Татьяна Алексеевна, вот на таком участке возможно оползание грунта, скорее всего. Как вы с этим боролись, как предотвратили? Ну, первый год садили
тыквы и кабачки по краям, чтобы земля не осыпалась. Но не было ничего под руками пока. Но потом весной много снега было, и у нас это все, как бы весь этот чернозем смыло сюда. Ну, не было ни бассейна, ничего, естественно, тогда. В общем, ров был просто. И потом практически с огорода и вот с краев намыло очень много грунт, ну, чернозему. И пришлось, вот, значит, в первую очередь делать подпорную стенку вот эту вот. Значит, вот как она вот сейчас в настоящем виде выглядит, это вот полметра примерно вот над уровнем, ну вот сейчас над уровнем существующего сейчас пола. А глубже еще закопано, значит, наверное, метр, может даже метра полтора. И сделана эта стенка не прямую, как бы, а если в сечении смотреть, то она как бы как получается как, ну, трапеция, что ли. Основание фундамента как бы шире, чем вот эта стенка. Там, наверное, с полметра шириной, а сюда уже над этот самый, над уровнем уже поменьше. И желательно, чтобы проармировать ее чем-то еще, металлом. И вот он стенку эту сделал, а я цветы все равно посадила просто, ну, на склоне. Просто посадила, думаю, укрепят цветы первый год. Вот. Но это же поливать очень неудобно. Оно все равно сползает. Все равно сползает земля, хоть и как не укрепляет цветами. И вот тогда муж привез камней очень много. Вот носили, возили, сплавляли по льду вот эти большие камни. Это, в общем-то, они вот внизу как бы тоже, ведь это опора хорошая, вот большие камни, валуны эти. Да, залили горку зимой. И по льду вот сюда эти два больших камня притащили. Ну а потом уже от них просто вот помаленьку одну площадку сделаю, камушками укреплю, земельки принесу, все. Потом вторую площадку. Все равно на горке нужно, чтобы не был крутой, круто. Все равно нужно под каждый цветочек маленькую или маленькая площадочка, или побольше площадка. Вот эту стенку подпорную мы уже делали, да, это уже на уже бетоне. Позднее, уже вот, наверное, года сколько, ну, лет 5, может, назад мы ее. Да. Тоже земля, она сама по себе как бы все равно крошится, осыпается. А здесь вот делали, сейчас все на уровне стоит. Обычно под усадьбу выбирают ровный участок. Вот ваш участок со сложным рельефом. Чем можно объяснить этот выбор? На таком склоне есть как бы возможность о чем-то думать. Фантазировать, что-то еще, что-то придумывать. Что-то надоедает, с одного места в другое что-то перенесется. Вот. Возможности больше, чем на ровном участке. На ровном участке надо... И специально, значит, допустим, горку тоже делать, значит, наваживать что-то камней там или земли. А у нас здесь все естественно, но работа-то, конечно, много. Тут и камней много перетасканы руками, и все, и все, и все. Вот у нас сначала был участок, значит, вот, ну, как вот если смотреть с той стороны, вот где скворечник висит, был забор, вот, был на этом уровне. Потом мы его отнесли, значит, вниз еще метров на 5, значит, стенки, которые были укреплены, оказались уже выше. Значит, ниже пришлось тоже что-то такое придумывать. Вот, значит, раз получилось еще дополнительная площадь, мы, значит, сделали внизу, значит, как бы еще одну зону отдыха с кострищем. Вот, это уже как бы на присоединенном участке. Потом в последующие годы, значит, снова тут что-то у нас появилась мысль, что отнести еще забор, раз есть возможность. В углу вот разбили сад, бор сосновый. Сосновый бор вот туда садили. Мы, да, вот сейчас уже хорошо прирослись, все. И когда спускаешься еще ниже, значит, у него сразу возникает вопрос, как укрепить. Вот. А у меня что посадить? А чтобы посадить, надо спуститься. Значит, мне уже сразу понятно, где нужно ступеньку, где нужно тропку.
Сложность процесса создания сада на склоне с лихвой компенсирует его красота и уникальность. Небольшие подъемы, подпорные стенки, повышение-понижение территории, плоские террасы, расположенные по склону, придадут вашему саду своеобразие. Как видите, склон прекрасно подходит для создания сада. И не стоит огорчаться, если вам достался участок с неровным пересеченным рельефом. Он заключает в себе большие возможности.